Региональный материнский капитал будут выдавать теперь при рождении третьего и каждого последующего ребенка. С такой инициативой выступил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. В Ненецком автономном округе расширят перечень получателей регионального материнского капитала. Его по-прежнему будут получать семьи, где родился третий или последующий ребенок, но право на получение маткапитала распространится на всех без исключения детей, начиная с третьего. В настоящее время региональный материнский капитал выплачивается однократно. То есть в семье, где маткапитал был получен при рождении, например, третьего ребенка, получить его на четвертого или любого из последующих детей нельзя. Эта мера будет распространяться также на семьи, усыновляющие третьего или последующих детей. Соответствующие поправки к закону Ненецкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были рассмотрены в пятницу 13 сентября на очередном заседании администрации Ненецкого автономного округа. Инициатива о разработке дополнительных мер поддержки семей с детьми принадлежит губернатору Ненецкого округа Александру Цибульскому. Поправки к закону Ненецкого округа о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в собрание депутатов Ненецкого округа. Предполагается, что новые меры поддержки семей с детьми начнут действовать с 1 ноября 2019 года. Размер регионального материнского капитала в Ненецком округе является самым высоким по стране и составляет более 366 тысяч рублей.